Здорово, Ютуб. Здорово, Дзен. С вами Джон, он же Банжи Дайте Денег 312. Сегодня в этом ролике мы встретим, что нам там привез Азур, что он у нас там в испытаниях Осириса и какая карта. Тут вот я еще даже не успел прилететь на башню, меня встречают сообщения, фестиваль пожертвований скоро закончится. Успейте дать денег. Ладно, погнали. Ладно, что греха таить, у меня свой собственный Дайте Денег есть, ну точнее, Дайте Стрим. Как вы знаете, у нас тут практически каждый день на Твиче трансляции проходят, где со мной вместе можно поиграть, поучаствовать в ипоозиках, позадавать какие-нибудь вопросики. Также, кто захочет в один из следующих роликов попасть, можно это сделать при помощи доната, если сумма в 10 раз увеличится. Ну и спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Бусти, тут периодически я выкладываю то, что не выкладываю на Ютубе, ну и в принципе, если захотите поддержать, почему бы нет. Спасибо большое Деду Экзекюту за тень, Михаилу Дудерову за Дреджа на 3 месяца и Ампутатору за Путника. Итак, бежим к Сейнту, смотрим, что у него там за пушка, какая карта в испытаниях Осириса у нас на этой неделе. Итак, встречаем Сейнта, смотрим, что он нам там притащил. За 7-0 притащил он нам дробовик. Ну да, угадал. Просто до этого там на стриме предполагал. Соответственно, карта в испытаниях Осириса на этой неделе у нас Алтарь Пламени. Ну что ж, расчехляем варлоков, снайперки, там, скаутки и так далее. Сейчас посмотрим, что нам там Зур принес. Ну что ж, Зур у нас находится на башне. В локации ангар. Ориентируем службу туда, точка на карте. Смотрим, что он нам там принес. Я приношу дары девяти. Дары, которые... Во-первых, он нам привез черный коготь. Меч, который неплох в ПВП, потому что может стрелять, ну и в принципе под достаточно забавным углом это делает. Можно даже какую-нибудь ульту шотнуть. Дальше у нас идет экзот «Везучие штаны» для охотника. Револьверы быстрее приходят в боеготовность, точнее стреляют, наносят больше урона. В принципе, можно в некоторых ПВПшных и ПВЕшных сборках попробовать достаточно фановый экзот. Синтоцепсы. Экзот, который работает и в ПВЕ для усиления урона, и в ПВП, когда вот в окружении один из самых топовых экзотов, но, к сожалению, статы у него, мягко говоря, не очень тут, которые продаются, то есть подвижность, сила, дисциплина, что-то как-то все мимо. Была бы там чисто стойкость, там восстановление дисциплины, был бы шик. Но если у вас вообще этого экзота не было, то приобретайте обязательно, чтобы можно было потом паролить. В качестве издевательства тут у него еще и тот 70. Ну ладно. Увеличивается дальность ближнего боя, увеличивается урон, когда вы в окружении врагов. Дальше у нас специалист по побегам, экзот на варлока, из-за расходов энергии электрической гранаты вы получаете душу молнии и усиление. В принципе, тоже неплохой экзот в некоторых билдах, особенно ПВП, для электрического варлока. Что у нас там по пушкам? Дьявольская натура, 180-й револьвер пропускаем. Импульсная винтовка неравенства, если она вам нужна для крафта, можно приобрести. Ну а так, сорви голова, глаз бури, чисто попробовать. Слезы раскаяния тоже, по-моему, крафтовая пушка. 5 штук можно приобрести для того, чтобы при помощи гармонизатора из сезонника одну пушку такой вот сделать крафтовой. Дальше что у нас тут идет? Йота дракона с питающей яростью и адажо. Блин, я не знаю, можно было хуже еще роллот и плазменки сделать. Пропускаем. 7 серафимов, учитывая то, что... Облегченную раму сейчас бафнули, можно попробовать этих дробовиков, но тут единственное, что нормально, это быстрое извлечение и заужный ствол, остальное все так себе, для ПВП, если. Иголка с ниткой продается, ПВЕшный ролл со стрижающим оружием, дальномер здесь вообще не знаю зачем, но если у вас нету пустотной линейки по какой-то причине, приобретите. Ну и меч для титана, сноситель корон с градом ударов и стрижающим оружием, неплохой. Потом еще на других персонажей посмотрим, какие там продаются. Так, руки мы пропускаем, тело мы пропускаем. Зур, похоже, опять напился и привез плохие по тоталу шмутки. Метка, естественно, гадрольная, мое уважение. Голова нет, ноги нет. Что у нас там по экзотам? Кокмун. Движущаяся цель нет. Ждем с дальномером или с первым выстрелом. С учетом того, что дальномер в следующем сезоне понерфят или изменят, я бы лучше бы стоял на первый выстрел ради дальности. А вот историю Небеса можно попробовать из-за того, что тут быстрый прицел. Хотя я бы для геймпада бы взял движущуюся цель, а для какого угодно девайса и стреляющее оружие подошло бы лучше. Ну, в принципе, что есть, то есть. Не забываем также взять синологию, у меня просто места нет. Ну и сейчас быстренько посмотрим, что у нас на других персонажах продается.
Что у нас продается на Варлока? На Варлока у нас продается меч Хрупкая Кромка с неутолимым клинком и с перком в окружении. Ну, такое, честно говоря, можно пропустить. Руки нет, тела нет, опять тотал везде маленький. Ой, повязка гадрольная, естественно. Ну, короче, я понял, шмотки можно не смотреть. Давайте тогда уж сразу охотника заценим, что у него там по мечу. Вот у охотника меч чуть-чуть получше, но все еще такой себе. Град ударов и защищайся, перк. Гадрольный плащ, естественно. Ну, а шмотки все... Блин, охотнику вообще меньше всех повезло. У него даже тотал 49. То есть у него 4 шмотки из 5, 49. И одна только 54. Банжи, что вы делаете? Прекратите. Пощадите. Ну, ладно. Ну, кстати, кто будет проходить мимо банжи, можете Персея приобрести. Любопытные перки. Не знаю, правда, зачем вам 150-я винтовка разведчика, но пусть будет. Мало ли что. Иск второй тут есть, с питающей яростью, с полосой удачи 340-й. Ну и сокольничий с дальномером. Есть и с крупнокалиберными патронами. Но, в принципе, можно несколько штук приобрести для крафта. Если вам надо, при помощи гармонизаторов тех же самых. Ну и тут тоже есть у нас пустотная линейно-плазменная винтовка, тайпан. Правда, перки тут оставляют желать лучшего. Если у вас просто совсем вообще никакой линейки пустотной нету. Ну а по поводу затерянного сектора, напоминаю, что у нас тут иконка есть, которая отмечает, на какой планете он находится. На этой неделе у нас, точнее, сегодня у нас усыпальница, падают оттуда экзотические рукавицы. В принципе, с Зуром и с испытаниями Осириса, ну с лутом, точнее, с этих ивентов у нас все. Лайки ставим, комментарии пишем на канал, подписываемся, если хочешь, прожимаем, чтобы не писать уведомления о выходе новых видосов. YouTube, Дэн, всем пока, Twitch, погнали в Осирис.